Сегодня мы приготовим пышные оладьи на кефире. Берем одно яйцо и взбиваем его с 2 ложками сахара или же сахарозаменителя, как вы любите. Взбиваем до однородности. Берем чашку кефира, подогретого в микроволновке, и снова все взбиваем. А теперь добавляем муку. И у меня здесь важный секрет. Если вы хотите, чтобы ваши оладушки получились очень пышными, обязательно добавляйте побольше муки до тех пор, пока масса не станет сильно густой. После этого добавляем 1 чайную ложку соды и все вместе перемешиваем. Вот такое вот легкое и воздушное тесто у нас получается. Для жарки оладушков я взяла кокосовое масло, ну а вы можете брать любое. Если вы любите более тонкие оладьи, то вы можете сделать консистенцию более жидкой. А если вы любите очень пышные оладушки, конечно же, добавляйте очень много муки, чтобы тесто стало сильно густым. Именно этим секретом я пользуюсь, чтобы оладьи получались очень пышными. Какие у нас красивые и пышные оладушки получились, обязательно попробуйте приготовить. Они получаются очень пышными и вкусными.